Всем привет на канале Tasty Food. Хочу вам предложить рецепт шарлотки. Да, вы скажете, шарлотка, банально. Но так как готовим шарлотку мы дома, я вкуснее просто не пробовал. Вот что мне для нее понадобится. Для рецепта шарлотки мне понадобятся яблоки. Яблоки лучше взять кисло-сладкие. Также мне понадобится в тесто немного цедры лимона. Если вы добавите немножко цедры лимона, она придаст прекрасный аромат цитруса. Также мне понадобится мука пшеничная, сахар, сливочное масло, яйца куриные, разрыхлитель для теста, ванильный сахар и немного корицы. Приступаю. В первую очередь занимаюсь тестом. Надо хорошо взбить яйца с сахаром. Также добавляю сюда ванильный сахар. Яйца с сахаром взбил в пену. Теперь самое время добавить просеянную муку и добавить немного разрыхлителя для теста. Разрыхлитель для теста добавляю в муку. И вместе просеиваю в яичную смесь. Теперь вмешиваю лопаткой. Также в тесто натираю буквально 1 чайную ложку цедры лимона. Очищаю яблоки от кожуры. Нарезаю яблоки. Форма разъемная, диаметром у меня 26 сантиметров. Форму я застелил пергаментной бумагой и смазываю и бока, и дно сливочным маслом. На дно формы укладываю яблоки. Яблоки очень любят корицу, и сверху яблоки я посыплю корицей и немного добавлю сахара. Заливаю яблоки тестом. Я в шарлотке люблю очень хрустящую сладкую корочку, поэтому сверху посыпаю немного сахаром. В разогретую духовку 180 градусов отправляю шарлотку до готовности. Шарлотка запекалась при температуре 180 градусов 35 минут. Она уже полностью готова, но всегда проверяйте деревянной шпажкой, потому что все зависит от духовки. Шпажка сухая. Посмотрите, какой внутри получился пористый и воздушный. Давайте я попробую и расскажу, какой он получился на вкус. Это просто объедение. Он воздушный получился, немного чувствуется корица, немного чувствуется лимонная цедра. Ну, получается действительно по этому рецепту объедение. Действительно, самые простые рецепты, самые вкусные. Если вы приготовите шарлотку по этому рецепту, вы просто останетесь очень довольны.
И самое главное, что оно понравится не только вам, но и вашим близким. Всем, кому понравился этот рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих видео. Пока!